переводили все. 48 детельными платьями берешь, что ли? Чтобы вы понимали, когда мы приехали в салон свадебный, мне дали 3 платья. Вот, какое тебе больше нравится? 3 модели. Я одно померила, второе померила, сразу второе выбрала, третье такая, ну ладно, померим, может подойдет, все. Взяли второе платье, и мы уехали. То есть я не выбирала месяцами. С первого салона сразу второе платье. Из участников будет Федя, Анита. Куманских мы пригласили, но они не придут. Дебарова. Степа Меньшиков. Безус Милены. Короче, много ребят будет. Я сейчас не вспомню. Скажу честно, я не знаю, кто говорит, что будет, я вам говорю, нашей свадьбы не будет. Ребят, это нормально, это адекватно. Успокойтесь, это никак не относится, что личные какие-то отношения. Я вчера с ней разговаривал, не будет, потому что вчера ночью не будет. Я еще раз говорю, это не личные какие-то отношения, это нормально, это нормально. Я не думаю, что вы на своей свадьбе зовете своих бывших всех. На вашей свадьбе не сидит мужчина, с которым вы прожили 3 года. И нету мужчины, с которым у вас есть дети на свадьбе. Не поверю я в это, ребята. Или только на моей свадьбе должны все бывшие собраться. Все, свадьба — это день бывших. Да, свадьба — это день бывших. Короче, я решила позвонить всем бывшим. Валера решил всем бывшим. И мы сделаем тусовку крутую на свадьбе. Бывшая пати, место семейной жизни, зачем? Нет, ну, если не выходить в юмор, в шутку, ну, это нормально, ребят, ну, правда нормально. Это наш день. Я говорю, Валера говорил, я не против, буду на следующий день собраться всей семьей уже там, Бетти, с татой, с мамами, там, не знаю, с мамой Валеры. И посидеть в ресторане, отметить этот праздник, но в плане свадьбы, ЗАГСов, ну это ненормально. Вы представьте, 3 года назад ребята стояли в ЗАГС, друг другу в любви признавались, собирались в будущее вместе пожизненно. И сейчас через 3 года мы стоим, и она нам будет желать того же. Ну как-то это неадекватно, я не пойму этого. Не знаю. Я даже не смогла бывшего базарить его, никакого, честно. Просто для меня неправильно. Что, ни хера не ехал? СТЭЦ в Украине. Я бы очень хотела, чтобы СТЭЦ была. Так. А чисто ушел. Да или туда, или сюда. Долбоеба я еще не видел. Скажу честно, я осознанно хочу эту свадьбу, я люблю этого человека, я хочу прожить с ним всю жизнь, никогда никому его не отдам, кто к нему подойдет, прибью. Все очень просто. У меня имя есть. У этого человека есть имя, его зовут Валерий. Короче. Смешно.
иностранных дел Российской Федерации во главе с премьер-министром. Я думала на машине. Нет, это не так. Черкасов, Кадони. Черкасова Кристина будет. Черкасов Анастасия. Вазген. Не будет Черкасова Вазгена, будет Черкасов Андрей и Кристина. Будут все Черкасовы. Позвали, если Оля Бузовой будет время, она к нам заедет. Так, где природа, не понял. Бля. Не тот, ты чего? Где? Дальше, вот тут поворот. Где дорога, да? В общем, мы приехали за свадебными туфлями, наконец-то доехали. Я буду с вами прощаться, минут через 30 еще выйду в эфир. Да, надо еще парковку здесь найти. Ты, бля, так ездит на этой хуйне, блядь. Вашу мать, блядь, надо снимать велосипед, блядь, и пешком идти, сука. По правилам, да? Нельзя по пешеходу переходить на велосипеде, переезжать. Я на свадьбе пить вообще не буду. Я беременна, какой пить? Я даже глотка не сделаю ничего. В смысле, ты же хотела набухаться? Я хотела набухаться на свадьбу, но я беременна! И ради малышки своей или малыша я не буду. Ничего, ни глоточка. Сок свежевыжатый наберу, буду себе. Мы приехали за Олу с вами. Все, давайте. Наберу позже. Заберем туфли? Надеюсь, заберем и приедем. Приедем. И выйду. И наберу. Все, всем пока.